Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Меня часто спрашивают, нужно ли ходить в тренажерный зал людям, которые занимаются социальными танцами? Можно ли делать какой-то комплекс дома, если нет возможности ходить в тренажерный зал? И, собственно говоря, какие упражнения делаю я сам для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме? Отвечаю по порядку. Если у вас есть возможность ходить в зал, ходите. Если у вас такой возможности нет, вполне можно заниматься дома. Сегодня я вам покажу комплекс для мужчин, который направлен на развитие основных групп мышц. И самое главное, многие упражнения из этого комплекса делаю я сам для того, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Как бонус в конце я покажу 5-минутную гимнастику, которая заряжает вас энергией и позитивом на целый день. А говорить, что у вас нет 5 минут в день на себя любимого, значит обманывать Вселенную. Итак, первое упражнение на ноги. Ну, естественно, перед тем, как вы делаете комплекс упражнений, вам нужно сделать разминку, суставную гимнастику, размять основные суставы. Мы ее пропускаем, это понятно. Итак, первое упражнение на ноги. Приседание в широкой постановке ног. Вы расставляете ноги максимально широко. Закладываете руки за голову. Раскрываете грудную клетку. И медленно приседаете вниз. Можно не до конца, можно делать глубокие приседания с задержкой в нижней точке, с фиксацией, с подъемом. Если вам это очень легко, можно взять рюкзак, набитый тяжелыми книжками, для того, чтобы оправдать наличие дома мировой художественной библиотеки. И, собственно, то же самое приседание в широкой постановке ног. Я делаю таких приседаний в серии 15 и таких серий 3. Это упражнение первое из 3 в комплексе на ноги. Оно позволяет вам размяться, подготовить ноги к дальнейшему упражнению. Второе упражнение похоже на первое, но оно комплексное. Оно направлено и на укрепление мышц ног, и на растяжку. У каждого из дома диван. Вы кладете ногу на диван пяткой, на самый краешек. Выстраиваете ноги по одной линии, на таком расстоянии, чтобы вы могли сделать точно такое же глубокое приседание, ощущая вытяжение свободной ноги и нагрузку опорной. Старайтесь ноги как можно больше разворачивать в этом упражнении. И точно так же мы медленно приседаем с задержкой в нижней точке на каждую ногу раз по 10-15. Иногда это упражнение заменяю следующей серией. Встаем на одну ногу, вторая согнута, но свободно. Я опускаюсь вниз, так чтобы ребра касались бедра. И таких приседаний делаю 5. Затем сразу же, без остановки, я делаю 5 пистолетиков. Это очень хорошо на баланс, на укрепление ног, на ощущение собственного веса в пространстве. Ну и последнее упражнение. Упражнение статическое. Стенка дома есть у каждого. Вы встаете к стенке. Ноги примерно на ширине таза.
согнуты под углом 90 градусов. Прижимаете себя к стенке и в таком положении стоите от 30 секунд до минуты. Если это очень легко, вы можете сделать то же самое упражнение, положив ногу на ногу. Можно достать из рюкзака книжку и почитать главу. Для того, чтобы вы укрепляли и развивали не только ноги, но и икры, то же самое упражнение можно делать, оторвав от пола пятки. Не забывайте про то, что плечи у вас должны быть прижаты к стенке. И в этом положении можно посидеть. Ну и совсем хардкор для тех, кто хочет помучиться. Единственное, когда вы будете отрывать пятки, нужно ногу поставить чуть ближе к себе. Вы отрываете пятку, закладываете ногу на ногу и сидите в таком положении. Все эти упражнения помогут вам сделать более глубоким выпад. Помогут вам опускаться в каких-то трюках на пол, вставать, делать всевозможные пистолетики. То есть вот это вот для развития ног очень и очень хорошо. Фирма рекомендует. Вторая группа упражнений наверх, на плечевой пояс, на руки, на плечи, на развитие мышц груди. В качестве разминки я предлагаю обычные отжимания широким хватом. Можно также взять рюкзак, можно без. Мне очень нравится сделать 10-15 отжиманий обычных и затем первым упражнением сделать отжимание вниз, сгибание рук в поле лежа, а во время подъема сделать 3 остановки. Вот тогда я чувствую, что действительно мышцы у меня нагружаются, мышцы у меня работают. Смотрите. Разминка. И вот то упражнение, о котором я говорил. Вниз, наверх. Паузу большую делать не надо. Секунды 3 вполне достаточно. 15, 3 серии. Второе упражнение. Аналог отжимания на брусьях. Я его делаю с рюкзаком на кухне. Кухня есть у всех. Там, где есть кухня, скорее всего, есть угол. Вы выбираете расстояние. Комфортное для себя можно чуть уже, можно чуть шире. Можно поиграть с наклоном корпуса вперед или сделать его более ровным. Сгибаете ноги. И отжимаетесь 10-15 раз, 3 серии. Третье упражнение со стульями. Стулья есть дома у каждого. Подбирайте расстояние так, чтобы вам было комфортно. В этом упражнении, поскольку оно комплексное, не только на руки, на верхний плечевой пояс, и на пресс, и на ноги в чем-то, очень важная особенность. Когда вы опускаетесь вниз на пол, старайтесь, чтобы у вас пола касались сначала ягодицы, а потом пятки. Потому что если вы будете делать наоборот, делать будет так гораздо легче. Ставите стулья, выбираете расстояние. Руки обязательно заворачиваем пальцами внутрь. Держим угол. Рюкзак может быть даже не нужен. Вполне нагрузки хватает. Я делаю 3 серии по 5-8 раз. Зачем нужно развивать верх? Ну,
Во-первых, для гармоничного развития, несмотря на то, что танцорам нужны больше ноги. Во-вторых, для ощущения рамки, тонуса рук, для трюков, для поддержек. То есть, в общем-то, даже для танцующих социальные танцы, я думаю, что это будет очень и очень полезно. Ну и третья серия, последняя, для развития мышц спины, для развития мышц пресса, для развития вообще мышц кора, мышц стабилизаторов. Первое я делаю с стулом. Внимание, стул должен быть очень тяжелый, из каких-нибудь таких благородных пород дерева. Вы его берете за ножки, не включаете руки в движение, то есть стараетесь держать рамку, работать ногами, корпусом, а руками просто держите стул. Начинаете его поворачивать в левую сторону, в правую сторону, в левую сторону, в правую. Таких раз 10. И затем начинаете его вести по кругу подряд, в одну сторону и в другую, тоже где-то раз по 10. И вот это вот ощущение одновременного движения ног, корпуса, рук, а не рук отдельно, очень вам поможет во всех упражнениях на взаимодействие и в фигурах на взаимодействие. Следующее упражнение на спину. Называется оно «Супермен». Вы ложитесь на живот, можно на пол, можно на коврик. Очень сильно сводите лопатки. Концентрируйте внимание на широчайших мышцах спины. Отрываете вверх и вниз. И удерживаете себя в таком положении секунд 30. Можно поэкспериментировать с руками. Ставя их в разное положение. Главное не высота, насколько вы отрываетесь от пола, а время удержания позы. Минимум 30 секунд, желательно 3 серии. Последнее упражнение на пресс. Причем оно на внутренние, такие более глубокие слои мышц. И могу сказать, что оно очень хорошо подтягивает живот. Вот если вам нужно срочно привести себя в форму, то делая его в течение недели, каждый день, вы почувствуете заметное изменение. Берем стул, опираемся на него, встаем так, чтобы тело было параллельно полу, начинаем втягивать живот и напрягать его во время втягивания. То есть задержка 3-5 секунд. Делаю на выдохе и стараюсь мысленно концентрироваться на мышцах живота, на мышцах пресса во время максимального их сокращения. Ну и, собственно говоря, 5-минутный комплекс, который я делаю тогда, когда совсем-совсем нет времени, когда утром встал, выпил кофе, и поскакал, 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 и так до ночи. Все равно где-то днем, придя в зал до групп, можно найти 10 минут и сделать этот комплекс. Первое упражнение из йоги – Чатуранга Дандасана. Поза посоха. Отличается внимание от планки тем, что во время планки вы ставите руки на предплечье, а здесь вы руки располагаете вдоль корпуса, согнуты, и в таком положении вы стараетесь удерживать себя от
30 секунд до полутора минут. Я делаю полтора минуты, зная, что в этот день я больше не смогу позаниматься. Это тяжело. Потом минута отдыха. Следующее упражнение тоже из йоги. Навасана, поза лодки. Я делаю три варианта по 30 секунд каждый. Первый. С прямыми ногами. С согнутыми. И максимально стараясь выпрямить ноги, располагая их вдоль пола, но при этом на пол положить себя нельзя. 30-30-30. Полторы минуты, минута отдыха. Вот смотрите, полторы минуты чатуранга, полторы минуты навасана, две минуты отдыха. Все. Пробуйте упражнения из этого комплекса, пробуйте добавлять что-то свое, комбинировать. Хочу сказать, что возможно, у вас есть какие-то индивидуальные особенности, индивидуальные травмы спины, коленей. И какие-то упражнения из этого комплекса вам будет делать сложно, они вам не подойдут. В таком случае вы можете написать мне на почту, либо оставить комментарии под этим видео с описанием своих вопросов. Я постараюсь на них ответить. Будьте здоровы!